Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. Сегодня в нашем выпуске глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов посетил новое здание социального пансионата для людей старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В станице Преградной Урупского района прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию Карачаево-Черкесии. В Москве, в парке Заядье, 1500 жителей и гостей столицы посмотрели праздничный концерт, посвященный столетию Карачаево-Черкесской республики. Итак, к главным новостям. Черкесский на днях начал свою работу социальный пансионат для людей старшего поколения. Светлые просторные комнаты, актовый зал, столовая, территория для прогулок и круглосуточное медицинское наблюдение. Сейчас там в комфортных условиях проживают 58 человек. Чтобы узнать, как пенсионеры обжились в новом корпусе, к ним в гости заехал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темризов. Открытие этого здания как раз год столетия нашей республики. Поэтому я вас всех также поздравляю с новосельем, с таким и с праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Если что-то вдруг вот вы хотели бы еще какие-то изменения, вы мне сейчас обязательно скажете. Или пожелания какие-нибудь. Сейчас кажется и так много. В Карачаево-Черкесии площадки и контейнеры накопления коммунальных отходов приведут в порядок. В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению председателя правительства республики Мурата Аргунова состоялось совещание с администрациями муниципальных образований и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ходе совещания обсуждены острые вопросы по созданию, обустройству и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов. В ближайшее время будет произведен ремонт, покраска, очистка и мойка контейнеров. Также необходимо обязать собственников мест накопления твердых коммунальных отходов обеспечить содержание контейнеров и контейнерных площадок в надлежащем состоянии. В каждом населенном пункте необходимо организовать работу по размещению утвержденных графиков на официальных страницах администрации в сети интернет. Мы также рекомендовали местным администрациям предусмотреть в следующем году денежные средства для создания мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретения контейнеров, рассказали в министерстве. В преддверии нового учебного года инспекторы отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Малокарачаевскому району посетили школы населенных пунктов. В ходе работы сотрудники провели для персонала инструктажи по правилам пожарной безопасности. По просьбе руководителей осмотрели работу системы противопожарной защиты, первичные средства пожаротушения и так далее. Особое внимание инспекторы обращают на пути эвакуации, поскольку в школах находится большое количество учащихся. Их безопасность на особом контроле. В начале нового учебного года сотрудники МЧС проведут для детей тренировочную эвакуацию, чтобы в случае реального происшествия можно было избежать паники и твердо знать алгоритм действий. В Черкесске при содействии Центра управления регионом прошел прямой эфир с представителями республиканского Минпромтранса и Фонда развития промышленности республики. В ходе эфира обсуждались антикризисные меры для промышленных предприятий, причем упор был сделан на возможность получения безвозмездных грантов для возмещения затрат на производство. Подробности сообщила заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Юмрана Тинунаева. Это грант, который предоставляется промышленному предприятию на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, которые были привлечены на пополнение оборотных средств. Здесь важно сказать, что кредит, он должен быть, согласно требованиям, заключен после 20 апреля. Это тоже важный такой критерий. Производство трикотажных изделий, одежды, бумажных изделий, резины, пластмассы, химических веществ. В принципе, перечень достаточно такой широкий. Но при этом там тоже есть исключения, потому что, например, предприятие, которое занимается производством пищевых продуктов и напитков, такое предприятие претендовать на грантовую поддержку не может, в силу того, что мы не курируем данное направление.
Прокуратурой Карачаевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении ряда преступлений: покушение на изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также развратные действия. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела в период с апреля 2021 года по март текущего года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, а также насильственные развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Хабаровской межрайонной прокуратурой проведена проверка по коллективному обращению жителей аула Базакт в связи с предоставлением услуг водоснабжения ненадлежащего качества. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели проверку и выяснили, что качество поставляемой питьевой воды не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам. По результатам проверки в отношении должностного лица Открытого акционерного общества Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов возбуждено дело об административном правонарушении. В адрес директора водоснабжающей организации внесено представление, результат рассмотрения которого находится на контроле Межрайонной прокуратуры. Насколько велико доверие жителей Карачаева-Черкесии к сотрудникам органов правопорядка? Этот вопрос обсуждали в Черкесске на расширенном заседании, которое прошло в МВД по Карачаево-Черкесии. Обсуждали результаты анализа общественного мнения с участием гостей из Москвы. Для этого в наш регион прибыли представители Всероссийского научно-исследовательского института МВД России. Комментирует информацию заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД Российской Федерации Сергей Невский. Наша встреча показала, что общественный совет при МВД по республике, представители общественных организаций очень серьезно подходят к работе по взаимодействию с полицией. Видно, что работают с душой, очень ответственно. 30 августа с 9 до 13 часов в управлении Росреестра по Карачаево-Черкесии состоится горячая линия по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 250555, добавочный 111. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные санитарные правила. Об этом расскажет государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом эпизоотической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов, владельцы обязаны сообщать количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе «Меркурий», которые будут гарантировать их безопасность. Усть-Джигутинский район стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения», выиграв 85 миллионов на благоустройство Центрального городского парка. Помимо этих средств, район получит на благоустройство финансовую поддержку из республиканского бюджета. О планах по реконструкции парка рассказывает заместитель главы администрации Усть-Джигутинского района Светлана Лещенко. Это другие возможности, это другие вообще условия. Здесь как бы парк разбит будет на зоны. Зона, допустим, для отдыха старшего поколения, для детей, для среднего поколения. Здесь будут небольшие
питьевые зоны, и вообще это уже будет совершенно другой вид. Естественно, наши проектировщики, те, которые нам разрабатывали проект, люди, они молодые, креативные, у них свое видение, они попытались осовременить все это, и, соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года постройки. Соответственно, вот эти вот моменты тоже учтены. В общереспубликанском субботнике, который прошел в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии, приняло участие более 23 тысяч человек. В уборке территории задействовали больше 500 единиц техники, собрано более 2000 кубометров мусора. Мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли в рамках всероссийской акции «Вода России». Следующий масштабный республиканский субботник пройдет уже 2 сентября, и он также будет приурочен к столетию региона. Благодаря проекту «Пластиковый путь» 30 нуждающихся семей в Карачаево-Черкесии получили комплекты постельных принадлежностей. Одеяла и подушки изготовлены из переработанного в синтепон пластика, который собрали волонтеры во время экоигры «Пластиковый путь». Ранее в Архызе в рамках проекта «Пластиковый путь» прошла экологическая акция по сбору мусора. В ней приняли участие 35 волонтеров, студенческие команды из регионов СКФО. Ребята очистили курортную зону от мусора, собрав более 600 килограммов отходов. Самый большой вклад внесли добровольцы из Ингушетии. Они собрали 268 килограммов мусора и получили в подарок 4 дня бесплатного отдыха в гостинице «Горная роза» в Архызе. Жители Карачаева-Черкесии смогут принять участие в ежегодной всероссийской акции «Лес вместо букета». Организаторы приглашают родителей и школьников поздравить учителей, подарив им лесной букет – сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших от пожаров лесных территориях. Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно на сайте посадилес.ру выбрать необходимое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес любимому учителю, своему классу или школе. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса. Отметим, в этом году акция «Лес вместо букета» проходит уже в 7-й раз. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более 255 тысяч деревьев, которые уже высажены в 18 российских регионах. В Москве в парке «Зарядье» 1500 жителей и гостей столицы посмотрели праздничный концерт, посвященный столетию Карачаева-Черкесии в рамках фестиваля Русского географического общества «От Камчатки до Калининграда». Культурное достояние Карачаева-Черкесии, именно так называлась яркая программа артистов нашего региона, театра танца Государственной филармонии, Лауры Акбаевой, Любови Ощепковой, Алият Нурупулаевой и Асламбека Хавцева. Их красочные выступления передали этнокультурное многообразие танцевального и песенного искусства народов Карачаева-Черкесии, которые вместе с другими народами России и делают нашу державу великой и непобедимой. Республиканский русский театр драмы и комедии представит премьеру своего нового спектакля по классической комедии Александра Островского «Женитьба Бальзаминова». Над постановкой в Черкесске работал режиссер и театральный педагог из Москвы Владимир Байчер. По словам артистов и самого постановщика, подобный обмен полезен для всех, кто так или иначе задействован в спектакле. Сегодня в 19:00 в здании Госфилармонии артисты ждут своих зрителей. Это пьеса про всех нас. Молодой человек мечтает жениться на богатой. И пройдя целый ряд неприятностей и неудач, в результате осуществляет свою мечту. Я от всей души искренне приглашаю вас 30 августа в 19:00 на премьеру спектакля «Женитьба Бальзаминова». Это спектакль русского театра, драмы и комедии, в городскую филармонию. Будем очень рады вас видеть. В станице Преградной Урупского района прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию Карачаева-Черкесии. Программа включала в себе соревнования по гиревому спорту, по метанию камня, по борьбе на поясах,
Кроме того, прошли конные скачки, а также концертная программа с участием лучших артистов Карачаева-Черкесии и творческого коллектива районного дома культуры. По итогам были определены победители по всем спортивным соревнованиям. В конных скачках всего состоялось 6 забегов на различные дистанции. Общий призовой фонд составил 950 тысяч рублей. На дистанции длиной 1200 метров победу одержал жокей Акбар Акбаев на жеребце по кличке Малыш. Во второй скачке, которая проходила на дистанции длиной 1800 метров, на первом месте оказался жокей Далим Биджиев и жеребец по кличке Биг Пен. И в третьей скачке на дистанции в 1800 метров победил жокей Тимурлан Караев на жеребце по кличке Козырь. Главный приз главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова получил жокей Мурат Текеев на жеребце по кличке Баграт. Телекомпания ГТРК «Карачаево-Черкесия» получила сразу две престижные награды на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии» в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» и специальный приз за передачу «Народные приметы черкесов». Всего участниками, среди которых были представители региональных филиалов ВГТРК, а также телерадиокомпаний стран ближнего и дальнего зарубежья, было заявлено более 400 работ на тему сохранения народных традиций межнационального межкультурного диалога. Диплом в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» получила ГТРК «Карачаево-Черкесия» за программу «Страна детства», автор Марина Кушпова, режиссер Ирина Седакова, оператор Мухаммед Ашибоков. Фильм рассказывает о жителе аула Либердуковского Аслане Хутове, который рядом со своим домом соорудил детскую площадку, которая стала излюбленным местом для местной детворы. По вечерам он разучивает с ними черкесские игры, пословицы и скороговорки. И еще одна программа «Народные предметы черкесов». ГТРК «Карачаево-Черкесия» была удостоена специального приза фестиваля «Голос Евразии». Автор Муминат Ешерова, режиссер Ирина Седакова, оператор Ислам Урумов. Фильм был снят также в ауле Либердуковском, где под треск огня и журчание реки старейшины вспоминают народные приметы и напевают народные песни. Карачаево-Черкесия приняла один из этапов первой всероссийской спартакиады сильнейших в летних видах спорта. В байк-парке горного курорта Архыз прошли соревнования по маунтинбайку, в которых приняли участие 61 спортсмен из 8 регионов России. Гонка прошла на новой трассе общей протяженностью 4 километра. Напомним, наша республика вошла в число 12 регионов, где проводится спартакиада. Наша землячка Валерия Мезенцева стала победителем чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по боксу среди мужчин и женщин, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам соревнований Валерия Мезенцева стала чемпионкой весовой категории 54 килограмма. Тем самым она завоевала второй раз путевку на чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет в октябре в Краснодаре. Валерия тренируется в боксерском клубе «Иней» имени заслуженного тренера России Давыдова под руководством Арсена Чекунова, Ислама Текеева и Артура Кячева. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Ибрагим Гачияев завоевал золотую медаль на 11-й летней спартакиаде учащихся России, которая проходит в эти дни в Саранске, Республике Мордовия. Ибрагим Гачияев стал победителем среди юношей до 18 лет. Тренирует спортсмена Пилял Байчоров. Реклама. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Служащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32.
только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу «Генерация. Вещанная сказка». Код города 87-937-296-58. Категория 0+. Это были все новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вы слушали «Радио России. Карачаева-Черкесия».